We are holding full lines. With the Bosnian Serbs, with the Croatian Serbs, all these are Serbs. Serbs. Ich bin froh, dass das jetzt hier bei Ihnen zu Hause stattfindet. Ich hoffe, dass wir einen großen Erfolg haben. Even as we celebrate this landmark gain for peace, the terrible conflict in Bosnia rages not 300 miles from this city. After 3 years of conflict, the combatants remain locked in a terrible war no one can win. Ее суть — создание всеобъемлющей общеевропейской системы безопасности. В этом зале руководители более 50 государств мира. СБСЕ по охвату стран, по потенциалу его участников – уникальная структура. Она призвана стать сильным и эффективным инструментом мира, стабильности и демократии. Путь этот нелегок, но он и не может быть долгим. Хотелось бы, чтобы через 2 года, собравшись вновь, мы обсудили и утвердили модель безопасности будущей Европы. Какой видит эту модель Россия? Страна, которой не предопределено быть восточной опорой европейской безопасности и стабильности. Основой общей европейской системы безопасности могла бы стать плотная ткань двусторонних соглашений о добрососедстве и сотрудничестве